Всем привет, дорогие мои! Вы на игровом шоке, и мы идем готовить и продавать то, что наготовили. И сегодня у нас пиццерия. Ой, вкусные куски теста, покрытые сыром со всякой разной начинкой. Это классический рецепт пиццы. Чак-чак-чак-чак-чак. Кто помнит, какой сыр обычно в пиццу добавляют? В Италии. Так, господи, ты боже мой. Я так давно не была в этой пицце, что я начала тупить. В плане того, что я не понимаю, что хотят. А, грибы, грибы, грибы. Так, ребят, я переигрываю, потому что я первую свою же пиццу умудрилась слегка попортить. Ага. Вот как-то вот так. Якс, и такс, и такс, и... Соки, соки, попкорн, попкорн. Так, и еще сок, и еще сок, и еще сок. И ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я бы тоже не отказалась от такой пиццы. Ого, губа у этой седовласой дамы не дура. Як, и опа, и опа, и опа, опа, опа. И ням-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 ням. О да, в такую игру мне играть нельзя. Сразу хочется пиццы. Вкусной, сочной. Покрытой ароматной сырной корочкой. А вы какой сыр больше всего любите? Я вот больше всего люблю запеченный сыр. Обожаю прям его. Даже свежий сыр мне нравится меньше, чем поджаристый, хрустящий. Ароматный, вкусный, нежный, тающий во рту при рассасывании. Господи, у меня сейчас слюной захлебнусь. О, да. Когда говоришь о вкусном, очень сложно иногда сдержаться. Чик-чик-чик-чик-чик. И вот ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. Ток-т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 ок. О-ля-ля, о-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля. О-ля-ля, о-ля-ля, па-па-па-па-пам, па-ра-па-пам. У-ту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 . Ту-ту-ту-ту-ту-ту-тон-тон-тон-тон. Так, маслины, маслины, маслины и сырок, сырок, сырок. Да-да-да-да-да, первое, что я сделала... На заработанные алмазики это улучшило печку, чтобы не напрягаться вообще. Это, наверное, было самое мое лучшее решение. Так, и опа. И опа, опа, опа. И так, 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 так. Ой, ё-моё. Как много всего хотят, а? Я даже путаюсь, то кто хочет. Так, это он сюда, этому дала, и этому дала, и, этому дала, этому дала, и этому дала, и, я реально запуталась, запуталась, ай, ну я прошла, хо, слаха. Так что первый блин не комом. В конце я, конечно, затупила, запуталась, не понимала, кто что хочет, но при этом все равно выиграла. И это чудо. Чудо и чудес. Ой, я молодец, молодец, молодец. Так, играем 31 уровень. Ух ты, уже 31. Ну, с ума сойти, а? Как быстро-то время летит. Якс и такс и... Так, чувствую томатный этот надо давать мне сюда, потому что так проще. И что там, кто там, кто там? И что там? И грибы, 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 грибы. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, 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 так. И опа, 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 опа.
И чик, чик. Раз, два, раз, два, раз, два. Опа, опа. И опа, опа, опа. И раз, и два. И так, колбаса, шпинаты, грибы. Так, какой дядечка у нас ненасытный-то прям. Ох, и ах, и ух, и ах, и ух. Так, 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 так. И щак, 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 щак. И опа, 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 опа. И так, так, так. Поехали дальше. И... Я. Так, шпинатики, шпинатики. Да, я поменяла комбинацию, а мне так проще доносить по ходу дела. Так, значит, круглая, грибная и томатики. Томатики, томатики. И раз, и два. Так. И напряжение, конечно, адское в плане того, что... Ах, все как-то быстро, быстро, быстро. Якс, и такс, 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 так. Меня только выручает то, что я успеваю смотреть то, что хочет. То, что хочет, то и получит. То и получит. Так, этому дала. И томатики, колбаска и оливки. Прелестно, прелестно, прелестно. Так, что у нас там дальше по плану? И раз, и два, и три, и пиццу засунуть, это высунуть. Говорится, одно засунуть, другое высунуть. И последний клиент. Ну ладно, иди. Я довольна. Осталась сырная пицца, как я люблю. Одна сплошная сырная пицца. Ура! Что, я еще ни разу не проиграла? Ух ты! Ну, это пока. Долго такое счастье длиться не может. Ну что, третий раунд, ребят, без передышки. Ну, я должна начать тупить, потому что в этой игре нужна концентрация. Если концентрации нет... Ты начинаешь реально тупить, путать заказы, что-то куда-то не доносить, куда-то переносить. Это только вопрос времени, как я начну это делать. Так, нового я пока не вызываю, потому что мне надо понять, кто вообще что хочет. Так, колбаса и шпинат, отлично. Без томатов, вау. Ты такой необычный человечек ты наш. Недоделанный, переделанный, уделанный. Такс, и томат. Ой, ё-моё. Так, томат, колбаса, сыр, мыр, фыр. И так, и так, и так, так, так. Так, и теперь можно вызывать. Теперь можно вызывать. У-ля-ля. Уля-ля. Ля-л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 я
этому дала. И вау-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 вау. Так, и этому дала, этому дала, этому дала. И так-так-так-так-так, она хочет еще одно яйцо, а у меня ее тю-тю, а у меня ее тю-тю, а у меня ее тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Сейчас все будет. Сейчас все будет, как ты захочешь. И ха-ха, и сырная корочка, и такс-такс-такс. И давайте. Ребятки, не подводите меня. И вау, вау.
Вау, приятно. А главное, я понимаю, что если мне останется пицца, ничего страшного. Я ее с удовольствием долуплю любую. Так что... Ух ты. И... Пока немного всего хотят, да? И... А у меня этого нету. Такс, и... Грибы, и отлично, и прекрасно, и замечательно, и этому дала, и так, что у нас тут колбаса, сырок, и томаты, и опа, и так, извини, девушка, но ты в пролёте, потому что, не кочегары мы, не плотники, нет. И с высоты вам шлем привет. Якс и... Уху-ху-ху-ху. Так, две сырных пиццы. Ура! Мне много вкусняшек осталось. Так, мы прошли. Это круто. В казино я не пойду. Я слишком для этой цели уставшая. Короче, ребята, здорово. Ух ты, домино онлайн. Я впервые вижу такую игрушку, честно. Я даже не знаю. Я не умею играть в домино. Да, будете хохотать, но я не умею играть. Я только помню из всяких там старых русских сериалов, когда кричали «рыба». Не знаю, что это значит, но фразу я эту запомнила. Вот такие вот дела. Пиццерия прошла у нас крайне успешно. Мы много чего добились, много чего сделали и кучу себе сырных пицц оставили. Жалко, что не придумали еще, как вытаскивать это из экрана монитора. 3D-принтер бы делал, чтобы мы это все могли съесть и было бы съедобный сыр. Боже. Так, все, пока я не захлебнула слюной. Помните, если долго мучиться что-то, да получится. И цените вы больше иногда то, что добиваетесь реально дольше. Всем пока!